Работа уполномоченных органов отмечалась на Координационном совете, начиная от дошкольных учебных учреждений, органов опеки и попечительства, но главным образом полиции в профилактике, предупреждении и борьбе с преступлениями сексуального характера, направленными против детей, остается недостаточной. За 9 месяцев текущего года рост преступности против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 45,7%. Однако работа уполномоченных органов в данном направлении остается недостаточно эффективной. В то же время, благодаря своевременному вмешательству мобильных групп органов прокуратуры, было пресечено 2 факта сексуальных преступлений против девочек-подростков. В ходе средних мероприятий в Сарагашском районе было выявлено факт помогательства отца своей дочери несовершеннолетней. Аналогично в Каратовском районе очень избивал и принуждал сексуальным извращением своих подчеркнуть, по которому ведется сейчас, по обоим фактам ведется судебное расследование. Отдельной темой стал вопрос деятельности определенных сайтов в интернете, пропагандирующих среди подростков порнографические материалы, а также суицидальные наклонности. В прокуратуре области инициировано выделение специалистов в штатной структуре управления образования, который будет заниматься выявлением подобных интернет-сообществ с принятием дальнейших мер по пресечению их деятельности.